Стало интересно, любите ли вы танцевать. Ну, знаете, вот уж какая мысль может прийти только в очень нестандартный ум, это мысль о моем пристрастии к танцам. Я не люблю танцевать, никогда не танцевал, ну, если не считать каких-то дискотек в ранней юности, когда это было средством закадрить нравящуюся девушку, но у меня никогда не было в этом плане абсолютно никаких способностей. Вот я знаю нескольких великих шестидесятников, которые замечательно твистовали. Представить себя в этом качестве я совершенно не могу. Мне нравится всякая там физическая активность, ходьба, гребля, велосипед, соловьин, хотя соловьин это не так как физическая активность, а балансировка. Всегда меня восхищали люди, которым нравится и удается двигаться ритмично и пластично, чувствует ли мне неплохое, как чувство равновесия. Но вот танец всегда мне казался таким занятием, ну, довольно бессмысленным, что ли. Я понимаю брачный танец, который является прелюдией к сексу. Но танец как самоцель, вот этого я грешным делом никогда не понимал. Всегда мне вспоминается на эту тему гениальный анекдот, когда молодой человек приходит к раввину с вопросом, а можно ли в субботу танцевать? Он отвечает, нет, нет, день должен быть посвящен Господу. Ну хорошо, а размножаться? Ну размножаться можно, это угодно Господу. В такой позе лежа можно? Можно. А, ну хорошо, а сбоку можно? Можно. А стоя? Нет. Стоя это может привести к танцу. Ничего не поделаешь, мне всегда казалось, что если это может, если танец может привести к сексу, то благо такому танцу, а если нет, то не очень понятно, зачем этим заниматься. Классический балет никогда меня тоже